В Кыргызстане растет число потребителей инъекционных наркотиков, а значит, нарастает угроза распространения ВИЧ. Одной из эффективных профилактических программ является заместительная поддерживающая терапия метадоном. Она подарила шанс многим людям. Стабильное такое русло жизни вошла, сейчас вот работающую. В семье все нормально, живешь как нормальный человек. Не надо по ямам бегать, не надо от милиции прятаться. Я стал трезво мыслить. Не совершаешь никаких преступлений, то есть тебе не нужно каждый день искать на дозу себе. Лечение метадоном предоставляется бесплатно в государственных медицинских учреждениях.